Вкусный кофейный ликер, ликер Бейлис, 100% похож на вкус Бейлиса. Попробуйте. Не Бейлис за 5 минут. Это делается быстро. Сегодня просто приготовим Бейлис, ликер, кофейный ликер. Все женщины обожают это. На Новый год сделайте подарок себе или мужчине. Приготовьте, удивите ваших женщин, ваших жен, ваших подружек. С Новым годом, скоро празднуем. Приготовьтесь заранее. Подписывайтесь на мой канал, если еще не нужно. Растворим кофе, чайную ложку, стакан виски или водки, как вы хотите. 40 сантилитров сливок, сгущенка. И стакан сгущенки. Берем чайную ложку кофе и 2 чайные ложки воды и размешиваем наше кофе. Оставляем кофе растворяться, перемешали. Ставим сливки, но не очень сильно, но взбивать нужно. Добавляем сейчас сгущенки и взбиваем еще сгущенку. Добавляем наш кофе, растворилось. Добавляем водку, виски, что у вас есть. Перемешиваем. Ложим лед. Ставьте ваш ликерчик в холодильник, потом со льдом подавайте. Вкусный ликер получился. Я добавила меньше виски, я добавила только 0,5 стакана. Я не люблю очень сильный вкус. Для меня этого хватило. Даже можно меньше положить, смотря кто как любит. Но для меня стакан сильно вкус был алкоголя. Положила меньше, для меня хорошо. Вы смотрите на ваш вкус, вы положите 0,5 стакана, попробуйте, если нужно больше, добавьте больше, если нет, хватит. По рецептике готов, всем приятного аперитивчика, как говорят у нас, застолья, с наступающим Новым годом. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались, и до скорой встречи на моем канале.